Интегрованные споборницы для людей с обмежованными махчимостями отбылись у Могилеве. Подея проходила 16-м разом. Гуляли у Новус, разностайность бильярду, бочу, нечто подобное до боулингу, а так само у дартс и шашки. Больше 30 удельников, сярод яких сапраўдныя профи. Собраться разом и посуперничать. Только не у пераадолення жыццёвых обставин, а на спортивной пляцоўцы. Что получается, что не всегда. Ну, как бы пробую все. И дартс, и бочу очень люблю, и боулинг, и вот джульбак новую игру пробую. Ощущения от игры, от борьбы хотите выиграть? Конечно, хотим. Для чего сюда приехала? Конечно, хочу. Все хотят. Сюда и едут пообщаться, поиграть. Те, кто доехал у Могилевский дом ветеранов, спорту отдают значную частку своего життя. И он, кажут, да помогает быть мужным, а еще поспеховым. Могилевчане добро выступают на международной арене. В этом году мы участвовали в международных соревнованиях и стали призерами по боче. Мы выиграли кубок в России в городе Гагарин. Наша команда взяла. Из 16 команд России мы взяли первое место. Также мы ездили в Молдову, тоже принимали участие. Там тоже международные соревнования. Там было много команд, и румыны, и украинцы, и россияне. Тоже мы достойно выступили. Все приехали с медалями и взяли кубок, второе место по боче. До речи, боча паралимпийская гульня. Могилевчане уверены, склали б конкуренцию на головных споборництвах 4-го года, коли б у них была зала для тренировок и занятков спортом. Гэта и будут загадывать у новогоднюю ночь. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, Новин регион.